Да, ребят, коротенькое видео. Почему нужно хотя бы раз в год холодильник, испаритель холодильника очищать от пыли. Вот смотрите, что, как выглядит испаритель. Год назад мы его отмывали, сейчас полностью покрыт пылью. Видите, смотрите. Естественно, КПД самого холодильника, холодильной установки намного ниже, и компрессор работает с большей нагрузкой. И бывает так, что вот в результате этого сам компрессор выходит из строя. Так что периодически надо доставать, включать воду шлангом, все вымывать. И тогда он прослужит дольше.